Здравствуйте, я Пряников Александр. Среди наших зрителей президенты и банкиры, сотрудники спецслужб и роковые красавицы. Блеф, интрига, загадка, телевизионная сенсация года, игра мафии на Муз-ТВ. Вот участники сегодняшней программы. Анна Плетнева, солистка группы «Винтаж». Прошла «Огонь», «Воду» и группу «Лицей». О своей группе говорит, что это ее собственная империя, в которой все происходит не по правилам, а по исключениям. Сергей Жуков, экс-солист группы «Руки вверх», настоящий ресторатор и владелец сайта легальной музыки. Антон Зацепин, певец, считает, что движения могут выражать мысли человека не хуже, чем слова. Ри, украинская певица, участвовала и была отмечена титулами в мировых конкурсах красоты. Бросила карьеру дипломата ради творческой деятельности. Александр Панайотов, певец. Когда ему было 10 лет, он пришел в музыкальную школу и просто ошарашил приемную комиссию, спев песню Мэрайа Керри лучше, чем она звучит в оригинале. Катя Гордон, теле- и радиоведущая, кинорежиссер, писательница. С недавних пор пишет и исполняет песни. Интересно, есть ли какая-то творческая профессия, в которой Катя еще не проявила себя? Сергей Розанов. Прислушайтесь к этому человеку, ведь его голос вам дорог, близок и хорошо знаком. Собственно, он и есть официальный голос нашего телеканала. Сергей Королев, зритель Муз-ТВ, диджей. Играет в клубах прогрессив, техно, электро и хаус. Раймонд Гиганян, зритель Муз-ТВ, студент Российской экономической академии, специалист по ценным бумагам. В этой студии собралось 9 отважных игроков. Некоторые из них знакомы, некоторые видят друг друга в первый раз. Но в течение ближайшего часа даже самые близкие друзья могут оказаться по разные стороны баррикад. Сейчас своими руками вы выберете карту, которая и решит, на какой стороне окажетесь вы, уважаемые участники. Те двое из вас, кому достанется карта с красной буквой «М» внутри прицела, предстоит образовать синдикат. Они будут знать друг друга и действовать консолидированно. А тем, кому достанется пустой прицел, предстоит включить всю свою наблюдательность, чтобы уничтожить преступную группировку, и рассчитывать им придется только на себя. Запомните, честные жители, вы сможете победить только в том случае, если вам удастся вычислить всех мафиози. Давайте познакомимся поближе с игроками и их болельщиками. Здравствуйте, Ри. Здравствуйте. Певица, модель, артистка балета из Одессы. Практически 100% набор качеств, которые позволили Ри занимать призовые места на ведущих мировых конкурсах красоты. Ри, кто за вас сегодня болеет? За меня сегодня болеет Алена. Маргарита, я знаю, что ты победишь. Холодный. Спасибо. Спасибо. Антон Зацепин, здравствуйте. Здравствуйте, всем привет. Привет. Антон Зацепин, даже несмотря на то, что является отцом полугодовалой дочки, все равно выглядит как нашкодивший старшеклассник. Кто за вас болеет, Антон? Болеет за меня Екатерина, моя вторая половина. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. На кого же вы дочку-то оставили, свою полугодовалую? На няню. Ну, скажите своему мужу, да, типа, беру. Эй, там ты. Эй, там ты, давай, порвись, любимая. Дальше у нас, господа, Александр Панайотов. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Господа, Александр Панайотов умеет делать очень важную для певца вещь. Господа, Александр Панайотов умеет петь. Спасибо. Кто за вас сегодня, Александр, болеет? Моя подруга Катя. Привет. Привет, Катя. Санечка, я тебе желаю, чтобы ты не нервничал в любом состоянии. Если ты мафия, то будь дипломатичен, всегда говори аргументы четко и защищайся. А если мирный житель, то... То же самое. То же самое. Здравствуйте, Катя Гордон. Здравствуйте, Александр. Мастер радиоинтервью. Кто за вас сегодня болеет, Катя? Мой близкий человек, известный автомобильной тусовке, как носатый очкарик. Кать, значит, мафия – это вот соседка твоя, потому что у нее кольцо мафиозное. И наверняка... И еще один вот, при меня, чтобы не побили, такой в очках, чистый мафиозный. Спасибо, господа. Следующий участник – Сергей Жуков. Я искренне утверждаю, что Сергей Жуков – наш российский Элвис Пресли.
Человек, которого, в принципе, невозможно переплюнуть по тому воздействию, которое он оказывал на... Да, Сергей? О, вы научились краснеть от комплимента? Спасибо, Александр. Я вас поздравляю, Сергей. Кто за вас сегодня болеет, Сергей? Будущее поколение Элвиса. Денис и Саша, где вы? Денис и Саша. Эй, мы здесь. Это Саша. Ну-ка, дайте-ка я догадаюсь. Значит, Денис будет на первом плане подпрыгивать, как вы, Сергей, а Саша будет терзать клавиши на заднем, как вы. А нет, батюшка. Ах ты, перепутал все. Сергей, мы вас верим. Мы вы победите любим, и заработаете большие деньги. Да. Ребята, у меня к вам просьба просто. Рублей. Огромная просьба. Уберите всех свидетелей, если все-таки я буду мафией. Там рядом с вами полно. Серег, вы все приготовлено. Тряпочка сыщет. Вы знаете, что делать. Произведите зачистку, господа. Вашему удовольствию демонстрируется Анна Плетнева. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте. Аня Плетнева, девушка, которая сильнее всех в нашей стране, любит Еву Польну. Да. Кто за это вас правда сегодня болеет? К сожалению, точнее, или к счастью, не Ева Польна, это Светлана Иванова, солистка группы «Винтаж». Светик. Да, я здесь. Прием, прием, следи. Во все глаза смотри и подсказывай. Хорошо? Обязательно. Сергей Рознов, господа. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, господин ведущий. Голосом Сергея Рознова с вами, уважаемые телезрители, разговаривает Муз-ТВ. Кто за вас сегодня болеет, Сергей? За меня сегодня болеет моя подруга Женя. Сережка, покажи всем, ты лучший. Давай, сделай там всех. Я с тобой. Спасибо. Господа, вашему вниманию, Сергей Королев. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей. Сергей диджей. Да. Предпочитает электрохаус, прогрессив, прогрессивный диджей Сергей. Кто за вас сегодня болеет? За меня болеет подруга Алена, которой я полностью доверяю. Так что, Ален, там смотри. Я буду надеяться на тебя. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Господа, Сергей Королев, человек, который прислал свою заявку на сайт и прошел сквозь сито отбора, переиграл миллионы своих конкурентов. Вот он здесь в студии. Поздравляю вас, Сергей. Спасибо большое. Реймонд Гиганян, сокращенно Рэй. Мама его назвала в честь не Рэй Чарльза, а Раймонда Паулса. Да. Да. Студент Российской экономической академии, специалист по ценным бумагам. Кто за вас сегодня болеет? За меня сегодня болеют мои друзья. Это Фарид и Дима. Всем привет. Привет, Рэй. Тоже финансист? Я советую им просто будь собой, и что бы там ни случилось, мы все равно друзьями останемся. Давай, Рэй.